Привет! Ты на канале ProGAVTO. Меня зовут Юра. И сегодня мы поговорим о модели, которая ассоциируется у всех с брендом Skoda. Это, конечно же, Octavia. Поговорим о том, какие комплектации и пакетные предложения появились на 2019 модельный год. Skoda Octavia доступна в 6 комплектациях. Это Active, Ambition Style, Laurin Inclement и две интересных комплектации RS и Scout. В комплектацию Active с 2019 года добавлена по умолчанию система удержания автомобиля на склоне, система контроля давления в шинах, комфортная телефония, противотуманные фары спереди и дополнительные 4 динамика в задних дверях. Это будет стоить $269. Для комплектации Ambition с 2019 года также добавлена система удержания на склоне, система давления в шинах и цветной бортовой компьютер. Также для Ambition существует два пакета. Пакет Ambition и Ambition Plus. Пакет Ambition включает в себя легкосплавные диски 16, спортивный трехспицевой руль, магнитолу Болеро, комфортную телефонию, технологию SmartLink Plus, топ-лед фонари и регулировку сидений по высоте. Это будет стоить $770. Пакет Ambition Plus включает в себя легкосплавные диски, малый кожаный пакет, руль с подогревом, магнитолу навигационную Amundsen, комфортную телефонию, круиз-контроль, топ-лед фонари и регулировку передних сидений по высоте. Это будет стоить $1116. Для комплектации Style с 2019 года также добавлена система удержания на склоне, система контроля давления в шинах, магнитола Болеро с технологией SmartLink и пакет Style Plus. Включает в себя задний и передний парктроник, LED-фары передние, датчик света, датчик дождя, бесключевой доступ, бесключевой запуск, магнитолу с навигацией Amundsen, малый кожаный пакет руль с подогревом, круиз-контроль и топ-лед задние фонари. И это будет стоить $1891. Для комплектации RS 2019 года добавили шторки и боковые подушки безопасности спереди и сзади, центральный замок с бесключевым доступом, бесключевым запуском, система удержания на склоне, передние противотуманные фары с функцией Corner, бортовой компьютер Maxidot цветной, задний датчик парковки и камеру заднего вида. Для комплектации Scout с 2019 года добавили бортовой компьютер цветной и систему удержания автомобиля на склоне. Для модели Octavia могут быть 1.6 двигатель, 1.4 турбированный двигатель и 1.8 турбодвигатель. Все двигатели могут быть с автоматической коробкой передач DSG, 1.6 и 1.4 могут быть с механической коробкой. Также есть 2-литровый дизель на 150 сил и появился полноприводный дизель на 180 сил. Для комплектации RS предлагается двигатель бензиновый 2 литра на 245 лошадиных сил и 2-литровый дизель на 180 лошадиных сил с полным приводом. Для комплектации Scout доступен 2-литровый дизель на 180 сил с полным приводом. На модели Skoda Octavia идет гарантия 2 года без ограничения пробега. Octavia не теряет свою актуальность, поэтому если вы остановили свой выбор на этой модели, приезжайте к нам в салон, и мы поможем вам выбрать свою комплектацию. Подписывайся на канал ProGAVTO, ставь лайки, до встречи!